Всем, кто зашел на мой канал, я желаю доброго дня и хочу предложить вам решить сегодня для себя одну задачку. Какая же орхидея может гордо называть себя крупноцветковой? Цветы я подобрала в одной цветовой гамме, так это смотрится симпатичнее и лучше для сравнения. Итак, перед вами красавица Микимота. Длинноногая, рослая, выросла, что называется, на лес глядя. Я думать не могла, что она станет такой длинноногой, и опору для нее пришлось мастерить из двух палочек. Но цветочки у нее тоже не маленькие, им даже не хватает места на одном цветочном побеге. Второй участник нашего видео – Magic Art, который есть почти у всех. Замечательная орхидея. Каждый цветочек – индивидуальность. Цветет долго-долго и не собирается сдаваться. Ну какой же здесь покой, когда он доращивает цветоносы, и я заметила, что растет новый цветущий побег. Замечательная, шикарная орхидея. А сейчас две участницы – малышки. Маленькие-маленькие, способные уместиться буквально везде – даже у людей, живущих в однокомнатной квартире с ребенком, котом и собакой, и радовать своей красотой. А цветочки у этих малышек практически достигают 4 сантиметров, но 3,5 – это точно. Есть похожая задачка, кто сильнее – слон или муравей? На первый взгляд кажется слон, но если вдуматься, то крохотный муравей способен поднимать тяжести, превышающие в несколько раз его вес. И поэтому можно сказать, что муравей оказывается сильнее. В отношении крупноцветковости здесь пусть каждый из вас сделает свой вывод сам. Давайте просто полюбуемся этими цветами. Они достойны этого. Они просто замечательны. Благодарю всех за просмотр. Всего самого наилучшего!